36-летняя Анна Седокова все чаще публикует фото своего нового молодого возлюбленного, 27-летнего Яниса Тимы. Вчера певица болела за бойфренда на баскетбольном матче. Бывшая солистка группы Виагра больше не скрывает новые отношения, которые начались с большого скандала. Выяснилось, что избранник артистки бросил ради нее жену и маленького сына. Анна не дает в обиду бойфренда и стремится его поддерживать. Вчера Седокова болела за любимого спортсмена во время баскетбольного матча. Подмосковные Химки, в составе которых играет Янис, одержали победу над греческим Панатинаикосом. После триумфа Тима фотографировался с фанатами, а затем уделил внимание любимой. Спортсмен показал в Instagram Stories романтичный кадр с певицей, на котором они крепко обнимались. Сегодня у Анны было назначено интервью на радио. Янис решил сопровождать любимую. Седокова опубликовала видео, которое сняла вместе с бойфрендом в лифте. Тима стоял позади артистки и держал ее за руку. Когда спортсмен взялся за грудь возлюбленной, она засмущалась и поспешила убрать его руку. «Что ты делаешь?» – спросила удивленная Анна. Влюбленные почти не расстаются. Недавно они вместе повеселились на концерте в ночном клубе. Жена спортсмена обвиняла певицу в том, что она разрушила ее семью, однако потом оправдалась за свое эмоциональное поведение.